Поехали. Значит, перед вами торт. Сейчас поймете, что он тут делает, этот торт. Я от души смеялся, когда прочитал письмо. Поехали. Так, где-то мельком показывал, но это было не всерьез. Сейчас всерьез показываю. Владимир Владимиров. Так, есть канал Павла Троценко, второго моего суперпомощника. Вот, тоже компьютерщик, у него свой канал. И вот он присылает это письмо. Владимир Владимирович обращается к нему. Павел, из 11 абрикосов 9 от Железова. Привиты, как и персик, на диком ложутся. Но это ничего не все. А два самых больших и старых садового центра на Тайнинке. Куплены давно у молдаван. В размере 3 метра. Видите, как я за голову схватился? Большим комом. На что привиты, не знаю. По всей видимости, привозные с югов. Они же были заражены монилиозом, что и требовалось доказать. Сорта якобы т.т.т. и прочее. Смотрите, к чему говорю. В прошлый раз я так мельком показал, но не расшифровал. Нету болезни заразной монилиоза. Просто грипп. Просто они сразу начали не болеть, а умирать. Медленно, не сразу. Начали умирать. Я каждый раз буду долбить. Когда-то это поймет вся мировая наука. Когда-то. Но это случится не скоро. Потому что у нас принято так, что вижу, о том пою. Вот понимаете, я современную науку, вот есть это выражение, что вижу, о чем пою, принадлежит чукчам. Знаете, да? Вот. Ее песни поют, трава зеленая, как здорово, трава зеленая. Вот так увидели грипп на дереве, дерево заражено. Настолько странная ситуация сложилась, что даже наш человек Владимир Владимиров, вот он, просто пишет, заражены монилиозом. Даже он видит, что вот эти привозные огромные абрикосы просто больные, они не могут быть иначе. Большое трехметровое дерево, будучи пересажено, не может быть не больным. Смотрим дальше. Итак, ну что, хочу, чтобы вот каждый раз вот какой-то трагизмом веет от моих этих лекций. Давайте посмеемся. Вот такой пирог абрикос она сегодня испекла. Отрезала мне кусочек маленький. Ну, понимаете, борьба с холестерином. Вот. Любит она меня, бережет. Опять днем ночное идти, а утром выслушивать. Поняли, да? Вот этот кусочек, о чем речь идет. Смотрите. И несколько фотографий. Вот он торт, который вот он отрезан кусочек. Ну, жалко мужика. Мне кажется, он все бы съел. А теперь смотрите, откуда торт этот взялся. Или пирог, как правильно. Абрикосовый пирог. Присылает вот эту фотографию. Ну, тут вопросов нет. Амур. Это сразу скажу. Ну, тут несколько претендентов похожих. Вот. Еще фотография. И еще фотография. Здорово. А подставок-то сколько? Боже мой. Вот что есть, то есть. Значит, абрикос Железова. Как там было? 9 абрикосов от Железова. Они все пошли. Ну, не 9 абрикосов. Скорее всего, 9 прививок. Они все пошли в серию. Вот они.